Так, ну что, тропа Голицына заканчивается. Мы уже выходим к новому свету. Катера отходят от причалов. Красиво, да? Глянь, как яхты стоят. Где тебе больше всего нравится в Крыму? Мне кажется, везде. Везде? Да. И в Коктебеле, да? Новое раскрывают. И в новом свете. Да. В Крымом даже вот это. Все красиво. Ну, а хотела бы там за границу куда-нибудь, Куршавель, Монако. В Дубай. В Дубай? Ну, здесь красивее, чем в Краснодарском крае. Ну, всегда. Да? Ну, я еще хочу. На каньон Америки. На каньон? Да. Белогорск? Нет. А, прям в Америку? В границе, каньон. Я понял. О, пошел парень. Стартанул. Ушел. Понятно. Короче, они здесь бороздят просторы нашей вселенной. Да. Тут ты, тут тоже были ступеньки когда-то. Были, уже все. Такая вот она тропа Голицына. К воде. Угу. Тропа это вечная будет. Да, здесь миллион человек, наверное, в год проходит. Если бы она была не каменная, она бы уже повалилась, наверное. Да. Везде лавочки для отдыха. Так что вот сейчас мы будем выходить на набережную Нового Света. Внимание! Камнепад, тропа Голицына, другие экологические маршруты. Это опасная зона. Здесь могут случаться камнепады. Успехов вам в предстоящих походах и путешествиях. В преодолении опасных горных участков. Вот, вот что надо поднять. Да. Ну вот мы и выходим. Вот он выход с тропы Голицына. Бухта Нового Света. Бочка с ромом. Пиратская. Ты ром будешь? А? А я думал, это бочка с ромом. Башка. Такой вот вид у нас открывается здесь. Ну, Александр Михаленко здесь все уже заснял 100 раз. Ну, так просто немножко. Постойте, я запечатлю. Тропа Голицына. Карта, схема маршрутов. Такой там выход, да. Маршрут третий. Вот мы тут еще много. Третий? Купальская бухта. Ну да, а где мы купались? Разбойничья бухта. Пресла. Ага. Царский пляж. О, это знаешь сколько? А Разбойничья бухта где? Царский пляж. Вот здесь мы купались. Это мы что, только ну, прошли? Да. Вот мы с Царским пляжем мы были в прошлом году это, здесь. Вот, смотри, это голубая бухта. Ага. Это долина Ада. Кресло Голицына. Знаешь, там еще кресло одно. Наверное. Боже, Ева. Ну, вот такая вот она тропа Голицына. Здесь она начинается.